Приветствую вас на Первом Циничном, на Любопытном каналах. Друзья, я предлагаю подробно поговорить о том, что такое брак. И сделать это не далее, как в ближайшую субботу, 21 апреля, в 6, то есть в 18.00 по московскому времени в прямом эфире. Да, это будет стрим. Очень много сюжетов, мной снято, другими блогерами, пытаются объяснить какие-то отдельные стороны брака, о том, что это за явление, какой вред оно несет. И действительно, это явление на сегодняшний день ужасное. Оно урону наносит, особенно мужскому населению, больше, чем война. Но так как война урон тоже наносит большей частью мужскому населению, если мирное население считать, все-таки воюют в основном мужчины, то действительно урон от брака, он сравним с полномасштабными военными действиями. И вот в эту субботу, 21-го, я предлагаю обобщить некоторые вещи. Действительно, снимаешь сюжет, и люди пишут вопрос. Я понимаю, что какой-то, может быть, идеи сюжета человек не понял, основной там лейтмотива. Может быть, одно сказал, считал, что другое вытекает из этого, но не упомянул, а человек сам как бы до этого не дошел. Бывает такое. Сейчас предлагаю провести стрим, поговорить о том, что такое брак в современном мире, какие есть вообще авторитетные институты, общества, религия, мораль и так далее. Что вообще может исправить ситуацию? Какова эта ситуация? Короче говоря, что такое брак, что такое отношения, чем они опасны для мужчины, или нужны ли они, не нужны, в каких случаях нужны, в каких не нужны, как вообще извращаются человеческие отношения. Хороший полномасштабный такой стрим, часа на три, в эту субботу в 18.00, 21 апреля.